Вот первое, значит, да? Начать нужно с того, что дом нужно очистить. Угу. Да, потому что у нас целый год прошел, и тоже Бог знает, что мы в этом доме думали, какие у нас там мысли были, что мы делали. Может быть, у нас что-то ломалось по ходу дела. Может быть, какие-то скандалы, крики постоянно были. Там. Ну, может быть, ну, то есть могло быть всякого, угу. Не очень такого, что нам хочется вспоминать, например. И нам первое, что нам нужно обязательно сделать, это очистить свой дом. Есть прекрасный рецепт из эфирных масел. Вот, здесь как раз написано, смотрите, 9 капель, и М это эфирное масло. Угу. Значит, вот 9 капель эфирного масла ладана, 9 капель эфирного масла шалфея, 9 капель эфирного масла розмарина. Все это смешать и развести, взять емкость большую, размешать, значит, с водой вот эту волшебную вот эту смесь. И, значит, во-первых, протереть пыль, конечно, с этим, а во-вторых, помыть пол во всем доме. И если еще, если хочется еще усилить эффект, то можно еще и на стен, ну, сначала побрызгать на стенке. Но только не маслом, побрызгать именно этой водой уже со смесью. Да-да-да, то есть только это не маслом. Вода со смесью должна быть, да? Вот. И вот первое, что нужно сделать обязательно, это очищение дома. Угу. Если, например, нету эфирных масел, да, кстати, хотела сказать, у нас были уроки по эфирным маслам, понятно, что... Это в клубе. Да, понятно, что если мы применяем эфирные масла для того, чтобы их там мазать на себя, например, угу. Да, то мы очень хорошо должны выбирать правильные эфирные масла, и мы должны знать, какие марки покупать. В данном случае, так как мы будем применять это исключительно для бытовых каких-то моментов, и нам важна именно атмосфера, именно запах, и мы на себя эти эфирные масла мазать не будем, можно купить в любом магазине или в аптеке, вот где у вас есть эти эфирные масла. Они стоят в районе 100 рублей, 200 да, рублей. Вот те, которые не фармакопейного качества, эфирные масла, они стоят не так уж и дорого, то есть они в принципе есть. Но вот опять же воздействие аромата, оно прочувствуется каждым человеком, поэтому вот вариант, как можно очистить дом. Ну, я думаю, что мы, наверное, не первые, и может быть, вы в какой-то степени уже замучены тем, что очень часто говорят, что нужно выкинуть старые вещи. Вы знаете, ну, да, и вы надо, знаете, и это надо. Вы даже не, если кто-то не практикует выбрасывание вещей, зовите меня. Да. Я люблю, я обожаю. Жанна не только любит их выбрасывать, она их любит раздавать еще. Да-да, ну ты придешь, обязательно что-нибудь получишь в подарок. И у подруги тоже в загородном доме мы как-то там делали. Она говорит, хочу что-то прибраться там. Я говорю, давайте помогу. Мы столько выкинули вещей, и вы знаете, после этого есть ощущение какого-то вот. Ну вот освобождение. Поэтому вроде бы это крылья какая-то фигня, но она очень здорово работает. Мало вот того, на это место есть новая вещь. Новая энергия должна прийти. Угу. Поэтому не пренебрегайте. Без фанатизма, не надо выбрасывать все подряд, хотя как пойдет. Вот. Но вот эти вещи, они очень здорово работают.